Всем привет! Сегодня мы поговорим о проекте New Economy Ledger. NEL – это проект, который представляет собой общую экосистему инвесторов, поддержки микрофинансовых организаций с помощью технологии блокчейн. Любой человек, желающий принять участие в экосистеме NEL, легко сможет получить кредиты, безрисковые и с мотивирующей процентной ставкой. Кредиты будут сделаны в стабильной криптовалюте, привязанной к доллару, как кредиторов, так и заемщиков против волатильности рынка, характеризующие общие криптовалюты. То есть этот проект хочет помочь начинающим стартапам получить кредиты для развития своих идей и бизнес-планов. NEL будет использовать блокчейн. Блокчейн обеспечивает прозрачность и целостность всей информации. Вся информация передается точно и правильно. Это причина, почему использование блокчейна значительно улучшит финансовый сектор, где информация до сих пор очень трудно получить. Возможность применения очень обширна в микрофинансовом секторе. Большое количество игроков готовы показать, что они уважают их обязательства перед обществом, не имея возможности доказать этого. Блокчейн идеально подходит для удовлетворения таких потребностей. Прозрачность, предполагаемая блокчейн, восстановит доверие к микрофинансовому сектору. Это тоже позволяет проверить, где и как происходит каждая сделка, просматривая это в режиме реального времени, что исключает возможность мошенничества. Инновационная концепция NEM, основанная на репутации, использует POI для проверки транзакции в своей сети, что означает, что в отличие от других криптовалют, использование сети вознаграждается. Каждому пользователю присваивается балл важности по разным параметрам, в том числе по количеству проведенных транзакций в сети. Их экосистема обеспечивает транзакциями, а также использованию сети в будущем постоянно развиваться в этом направлении. Сверх того, через POI NEM заботится о среде, поскольку для обслуживания сети не требуется 1000 операций интеллектуального анализа данных машины. Также будет высокий уровень безопасности и прочие важные бонусы. Теперь поговорим о том, что о данном проекте пишут СМИ. Стоит отметить, что о них написал Насквад, Yahoo Finance, Digital Journal, Forbes и The Wall Street Journal. Это мастодонты финансовой журналистики, и к их мнению, возможно, стоит прислушаться. Теперь поговорим о команде данного проекта. Как вы видите, команда интернациональная, включает в себя много людей из разных стран, что, как правило, положительно влияет на развитие проекта, потому что каждый приносит что-то свое. С каждым из членов вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам на их профили в LinkedIn. Дорожная карта данного проекта расписана до конца 2019 года на стратегическую перспективу. Токен называется NEL. Категория финансы. Всего будет выпущено 145 миллионов токенов. Продано будет 100 миллионов токенов. Soft cap проекта 1,5 миллиона долларов. Hard cap 15 миллионов долларов. Цена одного NEL составляет 1 NEL. Теперь поговорим о распределении токенов. Crowd Sale 70%, Private Sale 5%, команда 12%, Treasury 7%, партнеры 6%. Далее собранные средства будут распределяться следующим образом. Операционные расходы и менеджмент 34, исследование и развитие 32, маркетинг 14, юридические вопросы 8, 7% NEL USD резервы и лендинг пул 5%. А также можно увидеть на сайте партнеров данного проекта, их много, и это очень хорошо. Рейтинг данного проекта на ICO Bench составляет 3,5 из 5 по оценке алгоритма Bench, встроенного в данный сайт. Цена уже вам известна, и инвестировать можно будет с помощью NEM, с помощью биткоина, эфириума, лайткоина, и работать все это будет на блокчейне NEM. Вот, в общем, и все, что хотелось рассказать о данном проекте. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр, до свидания.